видео, добавлено каналом «Уроки ТВ». Номер два. Моторная лодка идет против течения реки. За сколько часов она преодолеет расстояние 112 километров, если ее собственная скорость 30 километров в час, а скорость течения реки 2 километра в час? 30 отнимем 2. Получим 28. 28 километров в час – это скорость лодки против течения реки. 112 разделим на 28. Получится 4. 4 часа – это время, за которое лодка преодолеет расстояние 112 километров. Ответ. За 4 часа лодка преодолеет расстояние, равное 112 километрам, при скорости лодки против течения реки в 28 км в час. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.